Минулого тижня в Дніпрі затримали зловмисників, які викрадали мобільні телефони у пацієнтів лікарень. Шахраїв спіймали на гарячому на пошті, коли вони саме збиралися відправляти викрадені мобільні телефони до іншого міста. Ми вирішили запитати у містян, як вони убезпечуються від злодіїв та чи, власне, траплялися крадії на їхньому шляху. Просто кладу телефон в карман на куртки, руку в карман куртки, то так его никогда не смогу будет украсть. Ну, мошенники же тоже работают над этим. А как, ну, наверное, держать в руке или поближе к себе, потому что жулье, оно тоже прогресс. Они смотрят, знают психологию человека, чем-то отвлекли, наверное, что они работают не один. Отвлекли, забрали. Ну, я не знаю, зачем сейчас этих телефонов, сейчас куча. Ну, правда, говорят же, можно ж, там, банковская карточка. Не знакомлю с незнакомыми людьми. Это раз домой не привожу сомнительных людей, чтобы не выносили эти телевизоры, в ломбард не сдавали, как говорят. Сейчас это очень просто. Когда-то, много лет назад, у меня еще были такие простые телефончики. По-моему, тут на этой остановке, на Серова, даже где-то выходил, вытащили из сумки, когда там, вот, из страны. Ну, наверное, в трамвае вытащили, когда выходили, вот. В руках, наверное, больше носишь, ну, потому что из кармана могут вытащить. Ну, а так больше ничего, к сожалению. Если тебя уже обворуют, то ты никак не спасешься. Там большой страх, если украдут телефон. Не так финансово, как просто много информации какой-то ценной для меня. Фотографии и т.п. Все в руках, вот так вот везде, спереди, в рюкзаке тоже спереди, потому что сзади нет. Как-то раз ехала в 157-й маршрутке, и она была очень забитая. Ну, классическая ситуация. Телефон был в лосинах, ну, рядом со мной, близко максимально к телу. И мимо меня прошел мужчина, очень сильно тиранулся об меня, ну, выходил на остановке и вместе с телефоном вышел. Хотя в лосинах. Да. Ну, я сразу это почувствовала, рванулась за ним, но водитель сразу тронулся. И я подумала, одна девушка, хрупкая, темная ночь, страшная, типа, ну его нахер. Главное стараться следить за вещами, но если уже украли, ничего не сделаешь. Я захожу в троллейбус, смотрю внимательно, чтобы не было подозрительных лиц, прячу телефон подальше, потому что, ну, мобильная связь – это хорошо, но оно очень действует, ну, отвлекает. Поэтому немножко надо внимательно смотреть по сторонам и, ну, быть бдительным ко всему, к своим вещам.